Для Крыма ситуация понятна, это в первую очередь это опреснение. Это единственный выход, да? Это единственный выход, на самом деле, мы вот изучали все архивные материалы по всем исследованиям, которые проходили в Крыму, 19-й, 20-й век. То есть могу сказать, то есть как бы за там более чем 200 лет никто эффективных решений, я имею в виду, с точки зрения не нашел. Вернее, они были найдены при Советском Союзе, это Северо-Крымский канал. В общем, теми мерами, которые на сегодняшний день принимаются водой Крыма совместно с федеральными органами власти, и деньги на это полностью выделены, в том числе там еще и на проведение дополнительной разведки. До 1 апреля в Симферополь дополнительно будет подано 40 тысяч кубометров воды. То есть в общей сложности, в худшем случае, баланс воды для Симферополя составит где-то 110 тысяч кубических метров. Примерный срок строительства опреснительной установки год и два, год и четыре месяца. Плюс-минус, там два месяца разница, но коллеги говорят, что навалимся. Опять же, с учетом того, что есть поручение президента, я думаю, что там 14-15 месяцев максимум, то есть это строительство будет. С 1 января, по сути, приступят к практическим работам.